Спорт – сила духа, совершенство тела. Спорт без границ, и нет ему предела. Yeah.
венок лавровый в качестве награды и факел яркий в поднятой руке. Прошли века, но игры, как и прежде, победе волю зажигая в нас, даруют каждому участнику надежду, чтоб спорта яркий пламень не угас.
здоровье, упорство, силу духа, красоту. Спорт учит нас на мир смотреть с любовью, в реальность воплощать свою мечту. Мы хотим.
президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Николаевичу Красносельскому. Уважаемые приднестровцы, дорогие бондарчане, от имени государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики поздравляю всех вас с спортивным праздником, открытием нового городского стадиона в городе Бендеры. Очень красиво. Очень достойно. Я вспоминаю полтора года назад, когда мы думали с Романом Дмитриевичем, главой администрации, что делать. Основная идея состояла в том, чтобы не только возродить футбол, но и возродить иные виды спорта. Прежде всего, конечно, королеву спорта, легкую атлетику. И насытить жизнь стадиона движением, жизнью, молодыми людьми. Задача была выполнена. Мало кто верил, многие сомневались. Но благодаря таким людям, как Роман Дмитриевич, глава администрации города Бендеры, те, кто был с ним рядом, это состоялось. Я убежден, что любое государство должно думать, думать о своей культуре, о своей истории и, конечно же, о здоровье людей. На сегодняшний день отремонтирован Бендерский стадион. В следующем году будет построено по всей республике 173 спортивных площадки по городам и районам. В Тирасполе будет восстановлен центральный стадион. В Бендерах будет восстановлен Бендерский бассейн, наконец-то. И многое сделано другое. Но я вам откровенно скажу, это не было бы возможно, если бы народ Приднестровской Молдавской Республики не поддерживал бы президента, правительство, Верховный Совет, если все ветви власти работали сообща и вместе. Только так. Мы сделали это вместе. Так и сейчас, так будет и впредь. Спасибо вам. С праздником. Указ президента Приднестровской Молдавской Республики за активное участие в строительстве Бендерского городского стадиона «Динамо», добросовестный труд и в связи с открытием Бендерского городского стадиона «Динамо» наградить медалью за отличие в труде Михеева Павла Александровича, заместителя директора РУК «Коммуналдорсервис». Руссу Василия Степановича, водителя РУК «Коммуналдорсервис». Суркана Николая Тимофеевича, электросварщика МУК «Бендера Теплоэнерго». Цыган Валентину Ивановну, бухгалтера-кассира МУК «ЖУ» города Бендеры. Черного Андрея Петровича, экономиста МУК «ЖУ» города Бендеры. Грамотой президента Приднестровской Молдавской Республики житницу Виталия Ивановича, начальника отдела маркетинга МУП «Коммуналдорсервис».
Кучеренко Оксану Анатольевну, мастера технической эксплуатации зданий МУПШУ города Бендеры. Сакаря Константина Владимировича, директору МОУ «Бендерский спортивно-оздоровительный лагерь «Лира». Слогина Семена Семеновича, тракториста службы благоустройства МУП «Коммуналдорсервис». Вручить благодарственное письмо президента Приднестровской Молдавской Республики Калосу Виктору Михайловичу, машинисту-экскаваторщику МУП «Коммуналдорсервис». Указ подписал президент Приднестровской Молдавской Республики Красносельский Вадим Николаевич. С праздником, приднестровцы! С праздником, выдачане! Спасибо большое! Представляется главе государственной администрации города Бендеры, председателю спортивного клуба «Тигина» Дмитриевичу Иванченко. Уважаемый Вадим Николаевич, дорогие бендерчане и гости города, я рад приветствовать вас на столь значимом для города мероприятии – открытии Бендерского городского стадиона. Президентом Вадимом Николаевичем Красносельским были четко расставлены приоритеты, в том числе на здоровый образ жизни и общественное мероприятие, развитие массовых видов спорта. Мы начали это реализовывать еще в 2017 году. Были построены лекатические дорожки современного уровня, которые сертифицированы. Построена новая современная поляна. Главное, все это мы делали силами муниципальных предприятий. В том числе закупали самые современные материалы в Германии, в Чехии, в Польше, в России, для того, чтобы предоставить радость нашим спортсменам. При строительстве самым главным моментом, который я заметил среди бендерчан, у нас появилась уверенность в своих силах. Мы умеем планировать, ставить задачи и их достигать. Сегодня состоится футбольный матч. К нашей команде можем пожелать только одного. Чигина, только вперед! Только победа! Государственной администрации от 21 августа 2018 года номер 522 за успешно проделанную работу и помощь в осуществлении реставрации Бендерского городского стадиона «Динамо» наградить грамотой главы государственной администрации Здрилюк Виктора Николаевича, столяра-станочника МУПШУ города Бендеры. Каменщика МУПШУ города Бендеры. Казаченко Максима Николаевича, водителя «Коммуналдорсервис». Вручить благодарственное письмо главы государственной администрации города Бендеры Шевелевой Вере Михайловне, маляру штукатур МУПШУ города Бендеры. Работа
сервис. Выпно Евгению Витальевичу, асфальтобетончик Коммуналдорсервис. Распоряжение подписал глава Государственной администрации города Бендеры Иванченко Роман Дмитриевич. Самое интересное закончил, можно по домам. Thank you.